Отлично, здесь, насколько я понял, проходит парад. Я приехал, мне его посмотрел. Сейчас парада не будет. Понятно. Ну, отлично, я подошел. Проходите, пожалуйста, вроде граждан. Я понимаю, вот именно поэтому я и хочу вам задать вопрос. Почему вы говорите мне отсюда выбираться? Потому что не имею права здесь находиться. Это сделано в целях вашей безопасности. Я не могу всего рассказать. Если вы не будете ко мне применять силу, моя беда вас не гарантирует. Вы здесь находитесь? Я не готов к этому цели. Я стою, ем мороженое. Сидите. Сижу на рюкзаке. Ем мороженое. Мой мешок. Посидите, приятного аппетита. Граждане, выполняйте законное дело. Проходите. Зацепление, выйти. Я бы хотел бы убрать. Берите муж, да. Начальник разрешил здесь поставить. Берите муж. Что я нарушаю? Кому? Полиция, вы обязаны представить свои требования. Предъявите удостоверение. Представьтесь. Вы обязаны представиться. И предъявите удостоверение. Да. Обязаны представиться. Решите. Обязаны представиться. И показать удостоверение. Но, по вашему требованию? Да, я не знаю, ставится. Не обязан, я вам не обязан. Вот товарищ утверждает, что тоже самое. То же самое. Вот товарищ утверждает, что он не обязан представляться. Он обязан представляться. По вашему требованию. Вы мозги нам не делайте, пожалуйста. Почему? Потому. Вы уже записали меня. Подполковник полиции Никитин. Все, пожалуйста. За оцепление. Будьте любезны. А он почему? Я вам представляю. А вот.